Друзья, всем привет! Покажу вам простое, эффективное упражнение при болях в спине. Что нам для этого нужно? Находим шведскую лестницу или определенный рычаг. Нужно очень хорошо растянуть наш позвоночник. Присаживаемся на корточки. Смотрим, чтобы носок был вверх. Пяточки тянулись вниз. Стараемся расслабиться. Чувствуем, как натягиваются мышцы поясницы. Остаемся в этом положении секунд 10-15. Дальше. Постепенно поднимаемся. Стараемся растянуть всю нашу спину. И медленно опускаемся. Можно сделать так 2-3 раза. Очень хорошо натягивается в этом положении задняя поверхность бедра. Кто сильнее, можете добавить ступеньку выше. И максимально растянуть наш позвоночник. Не забываем медленно спускаться. При острых болях это упражнение я выполняю 2-3 раза в день и еще дополнительно специальную гимнастику. Спасибо за ваше внимание, и если понравилось это видео, поставьте лайк. До скорой встречи!